Привет, друзья и ученики! Сегодня коротенькая тема, но очень животрепещущая. Мне приходит очень много вопросов о том, какой предтреник пить, какой предтреник принимаю я, можно ли пить предтреники. Несмотря на то, что у меня уже есть много видео и статей на эту тему. И первый свой видеоролик о предтрениках я выпустил 2 года назад, когда только-только стали появляться предтреники. Тогда я еще ничего, в принципе, не знал о них, но уже предупреждал о том, что не стоит ими увлекаться, а возможно, не стоит их принимать вовсе. И сейчас я только убеждаюсь в этом своем мнении. Оно подтверждается множеством фактов. Предтреники совершенно не нужны вам, и они опасны. Да, для кого-то, может быть, это покажется глупостью, ересью, но я скажу, что предтреник убьет вашу сердечно-сосудистую систему быстрее, чем применение анаболических андрогенных стероидов. Предтреники могут вызвать такое состояние, при котором даже будет смертельный исход. Вы можете просто помереть. Чтобы вы понимали, предтреник — это в принципе то же самое, что ягуары, любые какие-то другие энергетики с алкоголем или без. Предтреник берет что-то с вашего организма и дает вам какое-то количество энергии, либо какие-либо другие ощущения. Ведь сейчас современные предтреники, помимо того, что дают вам ощущение пампа, они еще действуют и на центральную нервную систему специальными препаратами, вызывая определенные состояния, якобы улучшающие концентрацию или что-либо еще. Друзья, предтреники — это яд, предтреники — это смерть. Я об этом говорил, говорю и буду говорить всегда. Предтреники — это то, что никогда, ни при каких условиях не нужно применять. Что я советую вам, если вы хотите чувствовать какие-то дополнительные ощущения? Лучше всего принимать чистый аргинин. Кстати, аргинин — это постоянный компонент, составляющего, в принципе, любого предтреника. Если вы будете принимать его в чистом виде перед тренировкой минут за 30 и за 30 минут перед тем, как вы будете отходить ко сну, это будет положительно сказываться на вашем организме, потому что будет усиливаться выброс гормона роста. Конечно же, если вы соблюдаете все правила и не едите на ночь, именно на ночь, нужно, чтобы прошло как минимум 1,5 часа с приема последней пищи, с последнего приема, перед тем, как вы пойдете спать. Это очень важно для роста мышечной массы, но, и обратите внимание, это очень важно и для пережигания жиров в нашем организме. Ведь как бы вы ни тренировались, все наши процессы восстановления и жиросжигания происходят во сне. Если мы тренировками и питанием не мешаем, а только подстегиваем все эти процессы, то, естественно, и набор мышечной массы, и жиросжигание происходят гораздо быстрее и происходят вообще. Неважно, медленно это происходит, быстро или очень медленно. Самое главное, чтобы прогресс был. И не торопитесь, не старайтесь как-то влиять психически, что ли, на свои процессы, неважно, набора мышечной массы, жиросжигания. Поверьте мне, даже тот, кто принимает какую-либо фармакологию, не испытывает, не видит таких резких изменений в своем организме. Особенно, если вы новичок. Первые 3 месяца забудьте вообще о том, чтобы даже смотреться в зеркало, забудьте о том, чтобы взвешиваться. А взвешиваться вообще никогда не стоит, потому что процесс, который происходит в организме новичка, как раз-таки то, о чем мечтает большинство. Именно только когда вы новичок, ваши мышцы крепнут, растут, а жир перегорает. Это происходит только на начальных этапах тренинга. Поэтому вы можете первые 3 месяца даже увеличиваться, особенно те, кто никогда не имел никакой физической активности. Ведь ваши мышцы из желе из железообразного состояния будут крепнуть, будут превращаться в настоящие мускулы. И организм, естественно, будет накапливать в них немножко воды. Жир при этом никуда еще не денется. И вы, естественно, будете выглядеть больше, вес вас будет больше. Но вы будете улучшаться. Пройдет 3 месяца, организм приспособится, мышцы окрепшие начнут пережигать жиры дополнительно. Ваши окрепшие мышцы начнут вам в этом помогать, пережигая дополнительно калории, а также не забывайте, что мышцы – это второе сердце, которые помогают гонять кровь по организму. Мы набираем вес, и жиры накапливаются именно в тех местах, где меньше всего кровоток. Поэтому любыми способами нужно увеличивать кровоток в тех или иных зонах, а вообще везде. Если кровь приходит, приходят питательные вещества, приходят гормоны, а без гормонов нет ничего в нашем организме. Ни набора мышечной массы, ни жиросжигания. Все это описано в моей статье «Инсулин, гликемический и инсулиновый индекс» о том, как с помощью тренинга и питания увеличивать процессы жиросжигания и увеличивать процессы набора мышечной массы. Да, действительно, если все делать грамотно, научно обоснованно, вы можете набирать мышечную массу, уменьшая при этом жировую. Самое главное – понимать все процессы, которые происходят в нашем организме. Не путать гликемический индекс с инсулиновым индексом. Все это описано подробно в статье. Советую вам зайти на мой сайт HMG и ознакомиться с этой статьей. Также те, кто худеет, будет очень полезна статья «Похудение от А до Я». И не забывайте, что на сайте есть все мои видеоролики и статьи, где вы можете подробно с ними ознакомиться. Вернемся к предтреникам. Предтреники – это яд. Предтреники вреднее, чем анаболические стероиды. Предтреники вреднее и стоят в одном углу, в одной линейке с алкоголем. Они убивают наше сердце. Они крайне негативно влияют на весь организм. Если вы тренируетесь, если у вас высокая мотивация, вам не нужны никакие предтренировочные комплексы. За исключением аргинина. Еще совет, я испытывал его на себе и часто применяю. Съедаю 1-2 апельсина минут за 40 до тренировки. Не знаю как, но это очень хорошо действует на кровонаполнение и работает в моих мышцах по ощущениям практически так же, как применение предтреников. Я всем советую не принимать предтреники, но расскажу вам историю, которая произошла вот буквально пару недель назад со мной лично. Последний месяц выдался очень тяжелым. Вы знаете, я играю в 2 хоккейных лигах, при этом еще качаюсь, ворочаю железки. Естественно, чтобы все это грамотно совмещать, использую обязательно метод периодизации нагрузок, циклируя свои тренировки по принципу различия мышечных волокон, что всем настоятельно рекомендую, особенно натуралам. Если кто-то вам с экрана или в тренажерном зале говорит о том, что натуралу не нужно периодизировать свои нагрузки, то человек безграмотный, он просто даже не понимает значения слова «периодизация». И если большинство из вас думает, что периодизация – это сегодня я тренируюсь с большими весами на малое количество повторений, а завтра я тренируюсь с маленьким весом, делая легкую тренировку, то вы просто даже не знаете, не имеете понятия о том, что такое периодизация, что такое циклирование нагрузок. С точки зрения, естественно, современной науки, современного взгляда на тренировочный процесс. И даже не пишите мне больше в комментариях, что я думаю по поводу того или иного блогера. Все, что я думаю, я говорю вам и делюсь с вами в своих видео и в своих статьях. И вы знаете, что большинство моих советов я пропускаю через себя, это мой личный опыт. Вот недавно, в связи с тем, что у меня был очень тяжелый график, и меня приглашали играть еще в одну лигу, потому что у них заболел вратарь, а там был плей-офф. У меня выдался очень тяжелый график в течение почти месяца. 3,5 недели у меня каждый день был расписан. Иногда я и тренировался, и играл в хоккей. Естественно, выдерживая минимум 6 часов между всеми этими процессами, между силовыми и кардиотренировками. А в хоккее я вратарь, и там совмещаются у меня и силовые, и кардионагрузки, особенно на ноги, потому что постоянно находишься в полуприседе, при этом двигаешься влево, вправо, во все возможных направлениях. Для меня это лучшая кардиотренировка. И в принципе, кроме того, что мы с женой стараемся ежедневно по вечерам перед сном гулять 30 минут, никакого дополнительного кардио я не делаю и не советую вам. Кардио в первую очередь классическое пережигает мышечную массу, а жиры не горят. И как бы и что бы вам кто ни говорил, это факт. Если вы натурально тренируетесь, не используете фармакологию, классическое кардио будет только вам вредить, пережигая те граммы мышц, которые наращиваются или могли нараститься. Так вот, предтреники. Я подумал, что мне помогут предтреники, особенно я, как и вы, обычный человек, и ко мне в зал постоянно приходят люди, которые являются представителями той или иной компании, производящей спортивные продукты. Здесь в Америке это постоянно, они дрейфуют из зала в зал, делая демо. Ну, это такие выставки, когда приходят, они раскладывают свою продукцию, любой желающий, приходящий в тренажерный зал, может попробовать ознакомиться, взять какие-то пробники. Естественно, они мне пихают постоянно все возможные варианты своей продукции. Я всегда беру БЦАшки, беру протеины, аминокислоты. Никогда не брал предтреники, хотя у меня их скопилось, реально скажу, огромное количество, можно, наверное, торговать ими в течение года в каком-нибудь небольшом магазинчике. И реклама на меня, так же, как и на вас, действует. Красивая обертка, хотя я многое понимаю, многое использую, применяю и советую, все равно иногда сам поддаешься на такие маркетинговые ходы. А сейчас говорят, что убрав из предтреника кофеин, добавив какие-то другие ингредиенты, мы как-то убираем негативное влияние на сердце, на сердечно-сосудистую систему, на психику. Но это неправда, на чем я убедился сам. Попив всего 3 недели различные предтреники, без кофеина, с какими-либо другими добавками, а сейчас их просто реально огромное количество, потому что это большой рынок и пользуется, наверное, любой предтреник сейчас лучше продается, чем протеин или БЦА. Хотя, повторюсь, предтреник – это яд. Так вот, к концу 3-й недели, когда я принимал эти предтреники, я начал испытывать проблемы с сердцем. Не было болей, но я чувствовал какое-то такое, описать я даже это не могу, но я встречал потом у других блогеров, в интернете находил. Чувствуешь сердце, как будто оно испытывает какое-то такое недомогание, как будто не выспался. Не могу объяснить, и вы еще тоже не можете это прочувствовать, потому что у меня дополнительный пучок Кента, то есть у меня, в отличие от вас, 2 нервных окончания подходят к сердцу и дают импульсы. Из-за этого у меня часто бывает аритмия, часто сбивается сердечный ритм, и я постоянно, благодаря этому, сердце мне как индикатор подсказывает, грамотно ли я тренируюсь. Если я не испытываю никаких проблем, то все хорошо. Если я только чуть-чуть перебрал с нагрузкой, не доспал, я сразу же испытываю проблемы с сердцем. Я всегда на него ориентируюсь. Так вот, у меня начались постоянные какие-то сбои, я стал себя плохо чувствовать. Я не высыпался, очень плохо спал, тяжело засыпал. При этом все равно рано вставал, не мог долго спать. Так вот, один раз я даже пошел, когда ночью, в туалет, то потерял сознание буквально на доли секунды. Хорошо, что успел схватиться руками за ванну, не упал, не получил никакую травму. После этого я стал еще больше рыться, изучать всякие вопросы. Я, по-моему, встречал такое же, Михаил Прыгунов рассказывал об этом. Так вот, ребята, лишний раз на своем опыте убедился, несмотря на то, что я всех вас учу, все равно поддался искушению, попробовал и получил обухом по голове. Это моя дурость. Не используйте предтреники, прислушивайтесь к опыту людей, к тех, кто маленечко понимает, разбирается в этом. Не поддавайтесь на провокации, на маркетинговые ходы. Потратьте эти деньги лучше на BCA, потому что BCA – это те аминокислоты, которые действительно сохраняют ваши мышцы от разрушения. Кто бы что ни говорил, БЦА и витаминные комплексы – это то, что нужно принимать постоянно, естественно, регулируя прием. Месяц пьете, месяц не пьете, либо как вам больше удобно. К примеру, 2-3 недели принимаете, 2-3 недели не принимаете. Лучше, к примеру, принять креатин. А если, повторяюсь, вы хотите действительно получать какой-то больше пампинг от своих тренировок, при этом повышая уровень собственного гормона роста, купите чистый аргинин. Будьте здоровы! Всегда пишите в комментариях свои вопросы. Я буду делать видео, либо отвечать вам лично под вашим комментарием. Кстати, одно из моих ближайших видео и статей будет посвящено проблеме крепатуры. Очень мало раскрывается эта тема, а то, что пишут в интернете, просто полная чушь, которая не имеет ничего общего с проблемой крепатуры. Я постараюсь вам раскрыть все за и против, вообще, что такое крепатура, почему она есть, хорошо это или плохо, нужно ли с ней бороться, если нужно, то как. Обязательно оставляйте вопросы в комментариях. Пока я работаю над статьей, я буду ваши вопросы использовать при написании данного материала. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.